Майкл Джексон умер 10 лет назад, но в этом году он уже в 7-й раз возглавил рейтинг самых прибыльных мертвых звезд, который каждый год составляет Forbes. За прошедший год наследники Джексона заработали 60 миллионов долларов, несмотря на скандальный фильм «Покидая Неверленд». На втором месте оказался Элвис Пресли. Хотя со смерти короля рок-н-ролла прошло уже более 40 лет, он стабильно приносит наследникам десятки миллионов. В этом году 39. Это не только отчисления за песни, но и за экскурсии в его дом в Грейсленде. 20 миллионов долларов заработал с того света Боб Марли. Во многом благодаря аудиогаджетам, наушникам и колонкам от бренда House of Marley. Также в списке оказались Джон Леннон, Мерлин Монро, Принс и погибший в прошлом году рэпер XXXTentacion.